Соответственно, как правильно его делать. На самом деле, как правильно выйти еще для начала. Очень многие, одна из ошибок, которые люди делают, то есть они видят клетку. То есть, например, это можно быть, вы, например, начинаете делать ахилл, да, человек начинает там выкручивать ногу, вот она пятка. И очень многие делают как? Они прихватывают вот так вот, начинают делать вот отсюда. Но не очень грамотно так делать по одной простой причине. Когда вы накладываете свою руку на пятку в районе бицепса своего, да, и вот здесь вот мышц, вот этих, она соскакивает. Это в 90% случаев соскакивает. То есть вы когда берете, начинаете делать, вот это расположение, это неправильно, вы не контролируете этот прием. Поэтому, соответственно, когда вы делаете, что вы должны сделать? Первое, вы когда хотите сделать круг, самое главное, что вы должны проделать, вы должны развернуться. Чуть-чуть развернуться и контролировать его ногу, стопу. Развернулись. И теперь опять же, как я и на прошлой уроке говорил, вы должны использовать вот эту зону для того, чтобы нормально выйти на оп, и все. Следующий момент. Очень многие начинают делать так. Они взяли и начинают крутить. И точно так же соскакивают. Не надо крутить никуда, вот туда, в сторону. Нет. Вы взяли, очень хорошо взяли, а теперь просто чуть назад. Все. Оно и так сгибается. В этом нет ничего такого. Не надо взять и начинать, ноги начинают крутить вот туда. Во-первых, человек, то скорее всего, тоже начнет туда крутиться. В эту же сторону закручиваться, если вы просто начнете крутиться. И скорее всего уйдет. Вот. Поэтому первое, что нужно сделать, это вот развернулись, поймали вот на эту часть, взяли. Захват может быть такой. Вы даже можете взять вот так. То есть не вот этой частью, а вот этой частью. Это не ошибка, ничего. Главное хорошо зафиксировать. И теперь ваша задача просто вот чуть-чуть. Оп. То есть на себе. Назад. Чуть-чуть назад. Да. Но самое главное, чтобы руки не соскакивали. То есть это и все. Оно движение очень короткое, вы сейчас почувствуете. С ногами все то же самое. Одна нога желательно здесь, для того, чтобы фиксировать ту ногу под бедром. Другая нога здесь. Напоминаю, что нельзя перекрещивать. А при хилхуке очень часто это происходит. Люди начинают делать вот так. Чтобы повернуть их. Да. Это очень опасно, поэтому раз. То есть вот я сижу. Раз.